Я бы порекомендовал всем нашим жителям, гостям нашего города обязательно посетить эту выставку, понять то, что мы действительно вместе мы сила, и вне зависимости, мне кажется, где бы кто бы ни находился, на передовой, на фронте, значит, в тылу, каждый вносит свой вклад в нашу общую победу. Кто-то с оружием в руках, кто-то стоя у станка. Те же наши аграрии, волонтеры, добровольцы, все мы вместе как бы куем нашу общую единую победу. Я думаю, победа будет за нами.